15 ведер картофеля и 9 вилков капусты. Вера Павловна, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, ежедневно трудится на своем огороде. Обрабатывать 12 соток помогают сестры и дети. В этом году пенсионерка в свой день рождения решила сделать подарок таким же, как она, пожилым людям. Мне 77 лет исполнилось вот в сентябре 22-го. 17-й год, уже как раз 3 семерки. Ну и надо что-то сделать. Вам приятно, что люди будут кушать вашу работу? А как же, мне всю жизнь приятно. Я же технолог общественного питания. Овощи с участка Веры Павловны развезли по городу. Местный совет ветеранов организовал грузовую машину и определил 8 адресов, где проживают одинокие пенсионеры, у которых нет ни сил, ни возможности держать свой огород. Такая инициатива в Назарове реализуется впервые. Да это очень хорошо. Вот это и есть гражданское общество. Это не только разговоры, это дела. Первой свежий картофель и капусту получила педагог со стажем Наталья Иванкина. Из овощей уже сегодня женщина планирует сварить свежие щи. Ходить далеко в подвал к сыну, а капусты вообще у меня не было. Сколько тогда взяла, купила, посолила баночку 3-литровую. Вот и все. Благотворительные акции на западе края проходят регулярно. Теперь в городе появилась новая форма взаимопомощи, а помочь по силам каждому. Это на собственном примере доказала назаровская пенсионерка. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.